Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Миссис Кэти, в гостях у ожирелого попугая Шурочки. И сегодня я вам покажу, как это маленькое чудо купается в своей поилке. Несмотря на то, что мы поставили ему достаточно большую купалку, такой целый таз. Вот она, наша купалка. Он в ней купаться не хочет. И это чудо пытается купаться в своей поилке. И не понимает, что по сути туда помещается только одна его голова. Но главное, чтобы это доставляло удовольствие. А удовольствие, как мы видим, полные штаны. Купайся, купайся, мой хороший. Может, когда-то научишься и в тазичке своем купаться. Под краном не умеем, под душем не умеем. То есть он боится, я пока не знаю, как его туда завлечь. Всячески пытаюсь, но не выходит. Вот, а тут вдруг смотрю, в поилку тычется. Вот тебе на. И счастье, полные штаны. Смотрите, какой он смешной. Он купается, а у него над клювиком намокает перышки, он как Брежнев становится. Такой смешнючий. Ну вот, мы намочили шею, грудку. Больше ничего, в принципе, не намочилось. Но зато счастливый и довольный. Да, вот так. Дорогие друзья, подписываемся на наш канал, ставим лайки и обязательно жмем на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие смешнючие видео. Всем пока!